Have you ever felt? Are you listening? Damn. Сегодня у нас проходит очередной, седьмой уже турнир серии «Гладиаторов клетки». Данный турнир у нас посвящен памяти нашего друга, знаменитого спортсмена Александра. Он ушел от нас. Но все спортивное сообщество и многие харьковчане пришли сегодня почтить память этого человека, поддержать его. Саша был очень добрым, позитивным, отзывчивым человеком. И он навсегда останется в наших сердцах и будет жить столько, сколько будем его помнить. Спасибо всем, кто проявил активное участие в этом турнире. Саша всегда был прекрасным человеком, был очень добрым, улыбчивым, отзывчивым. Ну и помимо этого он был всегда очень успешным, у него было такое настоящее качество лидера, и он был выдающимся спортсменом. В моей памяти этот человек стал самым сильным борцом Украины, стал профессиональным бойцом по смешанным единоборствам. И даже на моей памяти он пробежал 2 марафона полных по 42 километра. Я Сашей всегда восхищался. Саша всегда был тем человеком, которому смело можно было открыться и рассказать свой секрет, и зная, что об этом никто другой не узнает. Поэтому, Саш, ты всегда в моем сердце, ты всегда в моей памяти. Я тебе безумно благодарен за все, что ты для меня сделал. И знаю, что твою любимую супругу, твою доченьку, твою маму я обещаю, что как друг буду всегда поддерживать. У тебя замечательная семья, и ты был замечательным человеком. Царство тебе небесное, пусть земля будет пухом. Пусть земля тебя будет пухом, друг. Мы любим тебя и помним.